Ну, я скажу, что равенство на дорогах у нас никуда не будет пока. Это неправильно. На это имеют право только машины скорой помощи, машины МЧС и машины милиции для того, чтобы помогать гражданам. Девушки-блондинки за рулем – это катастрофа. Все остальные – это челядь и обязаны преклоняться, падать, снимать шапку, когда едет царь-батюшка или его там, какие-то приближенные, да, опричники. Есть резонансные дела, но, к сожалению, у нас есть покровители. Еще совсем недавно никто не пристегивался. Никто не пропускал пешеходов, да, на пешеходном переходе. В России все власти денег. Это самая главная проблема. Наши чиновники потеряли человеческий облик, конечно, многие. Мне, например, очень приятно кого-то пропустить. В основном надо уступать место только вот машинам скорой помощи и пожарным. Ему нужно проехать. Куда ему нужно проехать? На дороге все равны. Человек деликатный, он всегда уступит место пожилому человеку, он откроет дверь женщине, и он на дороге будет себя вести так, что не будет нагло куда-то лезть, переть и так далее. Нам еще идти и совершенствоваться. Давайте друг другу улыбаться, быть позитивнее, и каждый прожитый день будет замечательным.